Здравствуйте! Предлагаю вам сегодня со мной на канале «Вкусное настроение» укрепить иммунитет и повысить защитные силы организма. На программе «Соусы» приготовим десерт, насыщенный природными витаминами и микроэлементами. И готовить мы будем с вами яблочно-морковное пюре. Итак, начинаем готовить. Включаю «Артмикс». Выбираем программу «Соусы». Вот она у нас третья. Завакуумированы у меня яблоки и морковь. И загружаю все в чашу. Наливаю 1 стакан воды. И включаем старт. Измельчаем яблоки и морковь. И для вкуса я еще добавлю 2 бутона гвоздики. И немного корицы. Две столовые ложки сахара. Яблоки у меня кисло-сладкие, а морковь очень сладкая, сочная, ароматная. И такой десерт понравится и взрослым, и детям. Уже 7 минут готовится наше пюре, и я добавлю 10% сливки, 1 стакан. Для того, чтобы все витамины и микроэлементы усваивались еще лучше нашим организмом. Дело в том, что на программе «Соусы» «Артмикс» готовит на 80 градусах. А при такой температуре не разрушаются ни витамины, ни микроэлементы, которые есть и в моркови, и в яблоках. А их очень много, это кладезь витаминов. Такое непростое осеннее время, как сейчас, свой организм будем защищать от вирусов, от всевозможных заболеваний и бороться с непредвиденными ситуациями, как коронавирус, грипп, укрепляем свой иммунитет. Яблочно-морковный десерт приготовился, и мы его попробуем. Итак, десерт готов, а с вами была я, Елена Кириенко и компания «Цептер». Спасибо за просмотр, подписывайтесь, не забывайте нажимать на колокольчик, ставить лайки и, конечно же, пишите комментарии. А если у вас есть свой рецепт вкусного настроения для поднятия иммунитета, делитесь, я обязательно поделюсь с вами, со зрителями, этим рецептом. До новых встреч, друзья, на канале «Вкусное настроение».